Всем привет, с вами Такс, это уже 19-я серия летсплеев по Advance RP, и теперь, как вы видите, я продаю свою закусочную, мне почему-то надоело содержать ее, потому что я совсем уж такой-то, как вам сказать, ленивый, я не могу ее содержать, и как бы прибыли особо я с нее, это, ну, как сказать, мне хочу я другую закусочную, не закусочную, хочу себе, а другие бизнесы еще попробовать, вот что я хочу именно. Так, окей, так, Sell My Abyss команда, как я помню. Sell My Beast, так, да, ид игрока. Так, продаю ее вообще по госцене, потому что мне особо не важно, что сколько я там в минус ушел. Так, у игрока нет такой. Так, нельзя по госцене. Так, продать. Так, вот, все, мы разобрались, у него не было просто 409, это. Какой, сука, какие-то эти приколисты приехали. А, другой чувак тут какой-то. Че тут, РПшники какие-то отыгрывают? Мы тут вообще бизнес продаем, пошли нахер сюда, сука. Уроды. Короче, пиздец какой-то нахрен. Я продал, короче, бизнес, да. Но почему-то я тут неожиданно отрубился, у меня запись. Короче, тут мусорня-то приехала. Ну, мы их размотали, конечно же. Я здесь закон, я им все показал, к чему. Ну, нехер, короче, здесь выеживаться, да. Ну, там такой экшен, и, как всегда, назло, он не записался. Я не знаю, что за бодяга это была. Бред какой-то. Короче, все, бизнес я продал по госцене. Госцена 409 тысяч, мне совершенно насрать. Мне главное... другие бизнесы проверить, да, и денежек там на что-нибудь другое потратить. Так, чё там, это, чё, вот, в общем-то. Сейчас погнал куда-нибудь, устроюсь так. Ну-ка, сколько у меня, блядь. Так, еще такая херня, но почему-то я давно уже прекратил, да, звонок, но у меня все еще труба в руках, моя оранжевая труба, блядь. Я деловой такой, видите, я бизнесмен ведь, я все такое, вот, вообще деловой, сука, по нальте буду по бочине ходить, чтоб меня... БМЖ все боялись. Вот. Телефон, блядь, мобила, сука. Вот это Nokia, это кирпичи, это гоп-стоп. Ну, это я мастер гоп-стоп, вот я да, заборы, блядь, ломаю тут, хожу. Никто так не умеет, кроме меня, заборы ломать с ноги. Вот при ударе все забор. Все видят, что, короче, я забор ломаю, да, и подойти боятся вообще нахрен просто. И он видит, о, чувак, забор сломал, пиздец, надо бежать отсюда, по тапочку нажать. Гостиничный номер, чё? Нифига себе номер, блядь. У меня дом гашоне, чем этот номер. У него еще и патронов снайперской винтовки. Мент какой-то, значит, живет. Я такой же себе номерок хочу, блин. Нормально такая, блядь. Так, может дом свой вообще продать, я не знаю. Другой какой-нибудь хочу домик себе купить уже. Надоело мне туда из сраки ехать еще. С нормальным интерьером какой-нибудь. У кого нормальный там интерьер есть, и, ну... и нормально такая приемлемая цена. Короче, там предлагать я, может, куплю в следующей серии. Так что сейчас-то я не буду продавать. Так, мне вообще бы перезайти. Посмотреть, что какие бизнесы есть, да что такое. Так, я что-то вообще даже не замечал. Или что, у меня 35 патронов. Так, взять оружие. 35 патронов блядского дигала. Да мне все равно скиллы-то не качанный, бомж. Блядь, выходи. Все, погнали отсюда. Сейчас я, блядь, покажу этим... где они? Ой, убежали опять. Так, сейчас опять где-то, блять, куда ехать-то? Где бизнесы нормальные? Вот это скейтборд, сука, они, о, да, все равно не на 4 колеса, говно, кикфлип хотел, ой, это хил флип, это ж в левую сторону было. Вот это трюкачество опять устраиваю. Больше заняться-то нечем, процентов-то нет, все равно на машине, да? Вот это супер трюк был. Так, ну короче, блин, бизнесов. Я тут все бизнес езжу, смотрю, вот что такое. Какая-нибудь закусочная. Чего? Воу-воу, это секс-шоп. Что это? Сейчас зайдем. Ёбаный в рот. Что тут купить что-то можно? Так, а здесь ничего нет. Сука, я такой бизнес бы приобрел. Так, что тут можно взять? Малый белый. Большой белый. Металлический. Конечно, розовый, блядь. Вот. Сейчас бомжей полоскать пойду. Этим своим дилдоном. Ща, найдем их. Какие уроды просто фееричные. Это что вот? Встать на дороге, еще мент врезался. Вот я тут догоню. Херан жмет, сука. Он чуть читер, что ли? У него, смотрите, как он жмет. Что это за машина? У него сейчас получишь у меня. Ой, сейчас получишь. Ой, блядь, свернули. Вот дристопоны. Хорош, сука, я вас порешаю. Сейчас я здесь закон, блядь. Вылазь, сволочь. Блядь.
Сука. Чё, у тебя дубинка? У меня фалик, понял? У меня фалик, сука. Иди сюда. Иди сюда, сказал, блядь. Иди сюда, боишься меня? Боишься, сука? Розыск мне весишь, что? Чё, блядь? Ясно. Короче, всё. Это, блядь. Я обиделся на вас, блядь. Поехал я других, наверное, там, ну, бомжей, короче. О, вот эти, как они, охранники, а ты чё? Чё смотришь на меня, блядь, на по башке, сука, резиновой палкой, блядь. Вот это, смотри, забегал сразу. Смотри, блядь. На, блядь! Соблюдайте, пожалуйста, порядок, блядь, беспорядок тебе, бардак устроили. Правой, блядь, дубинку достал. У меня фалик. И что ты мне сделаешь? Смотри. Давай, блядь. Come on, baby. Come on, блядь. Ну смотри, ты не можешь увернуться от него. Это супер оружие, блядь. Вековое. Заломал нарушителю руки, блядь. Окей, удачно. Я РП соблюдаю. Я просто маньяк, бизнесмен-маньяк. Ну чё, когда заломала, выводит за это, за здание, да, типа. Отпустил он меня, короче. Окей, окей, окей. Хорош, всё. Я больше на вас не буду нападать. Разве только что со спины? Через лес. Сука, какой беспалевный. Блять, я нахуй, я буйствую, я буйный. Иди сюда. На, по башке, на, по хребту, на, ой, я развернуться хотел. Давай, драка, нахуй. Давай, кто на меня ставит, кто на него, давай деньги. Оглушил, блять. Опять оглушил. Все, я валяюсь, все, я оглушенный. Короче, пошел нахер. Бля, это такси из этого, из фильма, смотрите. Он там такие деньги бешеные потратил на прокачку, да? Бля, сейчас догоним, вообще пизды дам. Чиниться, чиниться поехал, да? Давай, давай. Эй, молодца. Хорош, куда он пропал? Чё это произошло сейчас? Где он? А, в трансвендер заехал. Ну, сейчас не выйдет оттуда. Братишка! Всё, и нет твоего супер такси. Все, ну нет, просто, ну я подумаешь, я этот розыски закон-то кто здесь все-таки соблюдать надо? Это мой город, это мои правила. Тут нельзя тюнинговать свои такси. Будь как все, будь ножом. О, бомж, подожди, стоп. Бомж! Я тебе сказал, стоять, блять. Ты в розыске нахуй. В федеральном просто. Муниципально. Где? Вон еще одна. Что такое? Блять, куда ты бежишь? Хорош, что ты убежал, сучонок. Давай, камон. Давай, давай, где ты? Я тебя найду. Фаликом тебя сейчас отметелим. Сука, чё какой-то ты бета? Бодрый, дедуля. Ох, ниха, он там чё мутит, паркур, блядь, Дэвид Бэй, блядь. Блядь, чё ниха, блядь, у меня 5 патронов осталось и фалик. Сука, я в критическом положении, у меня подкрепление следует должно. Блядь, да что ты падаешь? Динему, ден. Где этот дедмон? Во-во-во, блядь. Всё, блядь. Хорош, а ты чё, куда? Вон, подождите, такси-то этого. Абдурахмана тут все еще стоит. О, блядь. Он дебил, блядь, просрал. Он смотрите, он еще к моей машине в наглую подходит, думает, что она открытая. Не, смотри, какой дедок. Он еще поколотил и убежал, сучок. Давай, сука, давай, блядь.
Давай, иди сюда. Нет, ты что, не понял? Сейчас, блядь, покажу тебе, блядь, кто в этом фалике хозяин. Давай, на. Давай, иди сюда. Не бойся, да это всего лишь фалик. Блядь. Куда? Да стой ты, блядь, сказал. Поймаю все равно. Блять, надо вперед него пробежать. Да сука, ну упасть за защиту, сука. Блять. Зачем падать? Нахуй. Прыгай, прыгай, давай. Блять, да что такое-то? Сука, что за бомж? Смотрите, у него на анальте где-то еще ходит, как этот, как расшипера. Да иди сюда, нахрен. Че, хорош уже, давай. Он прыгает, сука. Ну чуть, ну чё не сшибли-то его? Блять! Да что ты не... Саша килл, блин. Стоять! Немедленно остановитесь, это, сука. Fashion Police, блять. Да что ты, сучка, творишь? Блять, Абдулазизбек, иди сюда. Да тут, сука, нахуй. Ты-то чё? Мне мент, ментура. Прокуратура, ой, блядь, это опасно. Нахуй его садите, не меня. Убийца. Блядь, Чё творишь, сука? О, он меня узнал? Блядь. Сука, да я вообще из меня... Плохой маньяк, меня все узнают. Я, блядь, из меня ничего не получится. Так что Адванс будет спать спокойно. Но город-то все равно мой, сука, если ты будешь ездить на белом такси и понтоваться, я тебя все равно найду, я тебя вычислю по IP нахрен. Я тебе компьютер заберу твой, и все, и не будешь ты больше на этом сервере играть.